Одессы Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили небольшую потасовку в Турции. На проходящем фестивале МАСФ, где проводят отдых российские бойцы, прибыл Магомед Исмаилов. Позднее он подошел к Минееву в столовой отеля, где проживают участники мероприятия, и предложил Владимиру отойти и поговорить, на что получил отказ. После этого Исмаилов ударил Минеева. Минеев ответил, но драки не случилось, так как в инцидент вмешались находившиеся рядом люди. Исмаилов прокомментировал данный инцидент следующим образом. «Хочу рассказать вам одну быль, друзья. Это история о хищнике, который отправился за гиеной в Турцию. Это для меня было делом чести. У этой гиены всегда был хозяин, и первая встреча у хищника прошла именно с ним. По дороге в пятизвездочную пещеру хозяин этой гиены пытался объяснить хищнику, что когда все звери собираются у пойла, никто никого не трогает. Хищник отправился поесть, и вдруг прямо перед ним появилась та самая гнусная гиена. Хищник встал, подошел к ней с призывом выйти, но она продолжила сидеть и бубнить, что-то вроде «Давай в Москве! Ты драться, что ли, сюда приехал? Не трогай меня!» Довольно продолжительное время хищник продолжал нависать на ней. Голова гиены была на уровне пупка хищника, и она даже не думала вставать. В один момент хищник стал сомневаться, черт это или гиена. Но когда собралось много разнимающих, гиена все же нашла в себе смелость встать. Хищник, короче, втащил гиены и потрепал ее немного. А теперь давайте посмотрим на правду. Одна гиена никогда не кинется на хищника. Но иногда бывают исключения. Как думаете, друзья, кто гиены в этой были? Пишите в комментариях. И да, вот еще что.